Добрий день, шановні друзі. Без моєї сьогоднішньої співрозмовниці радянський кінематограф неможливий. Саме її вважають найяскравішою зіркою сучасності мільйони людей. Сьогодні у нас в гостях блискуча актриса, наша землячка, харків'янка, народна артистка Радянського Союзу Людмила Гурченко. Многие прекрасные актрисы в годы невостребованности прошли через увлечение алкоголем. У вас было это или нет? У меня не было никогда в жизни, но в каждой картине... Знаете так, я курю, не вдыхая. В жизни нет. Но я была несколько раз выпившая, пьяная. Ну, как пьяная. И я поняла, что это не мое. Если мои мозги куда-то... Боже, сохрани! Это не мое. Я выпью два глотка шампанского. Я гуляю, как зверь. Понимаете, да? Да. И сейчас, и сейчас даже этого не делаю Потому что берегу силы для спектакля Завтра у меня спектакль Так что не надейтесь, что мы с вами будем <свят> Я представляю, каково было Несчастным советским киноактрисам ну, Я очень много слышала об этом Там вообще писали, что 10 лет не снималась Американцам говорили, что она да, пила. Ну, потому это, что может... пьет, да Ой, и кто говорил? Ну ладно, боже мой. Я представляю, каково было несчастным советским киноактрисам, которые на всем экономили и перешивали себе наряды, приезжать в Канны на Канский фестиваль, где эти французские и английские и, и другие звезды. Я была лучше всех одет. Я была лучше всех. Вот как это происходило? Это происходило так. Я, а, мне а, много старушек, таких, как я теперь. Да, ну ничего, это чтобы не думали, что я вообще моложусь, пускай знают. Что я знаю всем. Да, они меня находили, потому что фигура, и они хотели. Они мне приносили очень дешево или дарили вещи 20-х-30-х годов. А там такие шлейф, там такие, там 500 выточек. И я в Каннах была в одном из таких нарядов, которые уже забыли это. И вдруг я выхожу, оно. Я еще, так сказать, мне не принесли значит, из кружев такую потрясающую кофту. Этот хвост, тюрнюр, это, тут, это, тут, это. Шлю, что это, Люся? Я говорю, Да это в Москве. То у нас так, в Советском Союзе все это нас, Союзе. так ходят. Нет, что это все очень интересно. Это все очень интересно. Я всегда хорошо одета, и это не важно, каким образом это достается. Ну о старушках тогда ваш э, один из ваших бывших мужей Константин Купервейс, с которым вы прожили, по-моему, 18 лет, 17 лет, лет, да. 17 17, лет, лет да. сказал, что Люся никогда не сидела на диете, это у нее конституция такая. Да. И, ну, и картошку жарил мне еще иногда ночью. И Эльдар Рязанов, насколько я знаю, перед съемками в карнавальной ночи лично замерил вам талию, она оказалась 45 или 46 сантиметров. Ну ничего подобного. Во-первых, Рязанов меня никогда не касался. Никто никогда он меня не, никогда ничего не трогал. Я и не его, так сказать, это. Нет. Талия у меня была ну, 53-54. Это просто так уже. врут про 46. Ну, 46 была. Кстати, после рода она была тоньше гуляще была 46. Значит, была 46. 46 была, ну, да. на вашу талию равнялся весь Советский Союз, Людмила я Марковна. Не знаю. Это не дежурный комплимент, это правда. Все ну говорили: что ну, тут... что она делает? Это ну, некая рада, ну, это талия, Ну, подумай, ну так. Ну, у мамы тоже моя очень такая гитара была, ну, жопа большая. Вот я помню эти разговоры, даже в среде богемы, когда люди начинали звезды между собой, говорить, что она делает? Она, наверное, стоит на голове. Нет, она лежит и ноги поднимает вверх на стену стену, а сама лежит и по много часов. Что вы делали, чтобы у вас была такая талия? Ничего. Это Божий дар. И ели сколько хотели? Ну, я же вам рассказал. Нет у меня этого. Сколько хотела, столько и ела. Вот иногда обжиралась сильно, вот я вам говорила. Зачем Нет. вам муж делал картошку на ночь, чтобы меньше поклонников я было? Я умирала, есть хотела. У меня, у меня приступы голода. Вот это вот тоже. Вдруг приступ. Только поела, через полчаса приступ голода. А Купервейс, как вам сказать, вот это очень интересно. Он ко мне замечательно относился, может, как мне, может быть, так, как мне и хотелось. Но он был пианистом в оркестре. Я снималась только снимала в старых стенах, еще ничего. Я была одна. Какие-то люди ухаживали. Ну, это все это. Он как-то очень умеет расположить, и мягкий, умный. И с... Как вам объяснить, он был еще инфантилен по многим, да? Шло время, и он превращался в мужчину. Мужал. Мужал. Перестройка. Бабки можно заработать, да? А у него к этому был все, Да? Что на пианино много не работаешь, и я уже была свидетелем того, с чего начиналось, и это было невыгодно. Это, это очень элементарная вещь. Абсолютно элементарно. И тихенько, тихенько, как я не знаю, я думаю, что ему не просто было. Он какое место самое слабое у человека? Спина. Потому что тут у меня лифчик, тут у меня энд, тут я закроюсь, а спина она, бедненькая там. Шурух туда, и все. И вот это... <coughs> вот и все, Вся история. Вы э, да. никогда не скрывали свой возраст. Да Каково неприятно. это для кинозвезды такого уровня? Вы понимаете, какое дело. Дело в том, что это у нас сейчас извращенная история с этим возрастом. И все это... Мне 22. Нет, а я, нам звездам очень трудно жить. Спела полторы песни, нам звезд... Вы знаете, Людмила Марковна, я чувствую, что я скоро буду звездой. Я говорю, давай. Понимаете, это я прожила в жизни 4 или 5 омоложения кадров. Я играла в спектакль, мне было 36, омоложение составов дали 27. Там 25, ну, она не тянет, давайте опять. Я говорю, э, нет, давайте омол... Вот сейчас такое омоложение. То есть, я не могу, я смотрю в кино и думаю, боже, а где же актеры? Одно омоложение, понимаешь? Ну, хочется хоть где-нибудь, понимаешь? Я понимаю, что все смотрели Соньку золотую ручку, но чтобы обезьяна, чтобы вот так выковыривать, вот бриллиант, пожалуйста. А? а, ну попробуй выковыри. Вот как можно выковырить и сюда себе, ну объясните мне это, ну не все же идиоты. Не все. Конечно. Ну не все же идиоты. Значит, идиоты смотрят. Рейтинг. Ой, как хорошо, она раз и наступила, например. я пойду выковырю. Ребята, милые, там трагическая жизнь. Там трагическая жизнь. Я ничего не выпускаю, смотрят пусть это сам, все, рейтинг, мейтинг. Но дайте актера. Дайте актера. То есть, когда вы говорите о возрасте, у вас совершенно ничего не ёкает, это нормально? Вы понимаете, не в этом дело. Дело в том, что умный человек, вот я могу играть роль, я, я уже знаю, я вижу просто, я ухожу на пенсию, да? Какой-нибудь мэр, какой то городишки, я не знаю, просто на ходу. Что такое на следующий день человек, который был весь... Без портфеля. Выброшен. Что это такое? как вот это интересно мне лично. Потому что я много пережила таких моментов, когда ты выброшен, а ну и крутись. А ну-ка крутись. Вы знаете, это у меня тут шурухает. Знаешь? Крутись. Как? И вдруг ты заново увидишь цветы, заново увидишь это, заново увидишь деревья, заново... Все заново. Это гениально. Филиппов, Сергей Филиппов. Потрясающе. Он, ну, Пропил жизнь всю, как говорится, да? Он роскошно это делал, наверное. Я... И вдруг у него там, встретились с ним, у него что-то такое с головой было, это ему пить нельзя. Он... На лентфильме. Постой, говорит, слушай. Ну, тут идиоматический ряд выражений. Он говорит, слушай, в каком городе я живу? Я живу, блядь, всю жизнь знал на ощупь. Понимаешь? Здорово на ощупь. И я, очевидно, тот человек, который знает только вот это, вот это, это надо зайти там за это, это надо зайти то-то, подписать. Интересно. И как можно найти здесь выход? Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что в течение передачи все время на вас смотрят сотни тысяч, миллионы женских глаз и вопрос у многих один. Ну как она так выглядит? Ну в чем секрет? В чем секрет вашей молодости? Понимаете, как вам сказать? Наверное, все-таки в профессии. Раз. Актер, который вот это вот нарастает у него, не имеет права. Актер, у которого тут у меня уже так хорошо все, да, хоть делаешь такое, да, но сразу вот это вот. Как у вас мой прекрасно, мой о чем папа вы говорил, говорите? У меня у папы было так, он говорит, Зар, зарежу, зарезал бы без наркозу, папа мой, а тогда еще ничего не делали. Все надо видеть, все надо знать свои сильные качества, сильные, Понимаете? сильные. И не стесняться, э, если что-то не так. Не стесняться, а у меня, ну, меня кривовато, а я кривоватыми ногами. И они сразу сексуальны. Понимаете, вот это вот момент... Очень важно знать себе цену. Смотреть на себя в зеркало. Убирать недостатки. Мешочки их можно убрать. Вы смело шли на то, чтобы убирать эти недостатки? О чем вы говорите? Профессия у под, Да. У меня под левым глазом был мешок. у папы и мамы, так сказать. И когда мне... Я же не понимаю. А кольца то в карнавале. Ой, что-то у меня под глазами черно, как у негра в желудке после черного кофе. Думаю, так попала хорошую группку. И а тогда еще этого ничего не было. И когда где-то в 70-х там годах, Началось. в конце, да, я это в шурах, это без всякого абсолютно, убрала мешок. А как? Конечно. Конечно, сейчас есть масса способов. Актрисам это в первую очередь, не актрисам во вторую очередь. Понимаешь? Но, но ну не надо вот так чтобы было, вот так, вот, да, когда это не то, да, вот это не надо. Надо точно знать свои недостатки. С хорошим специалистом все это, это ну, я даже не знаю, это необходимо. Я не верю в эти, э, как говорится, все это занимаются этим за границей. Там Софи Лорен, 89 лет, она, ах, как я, ну что вы, я сейчас уже, ах, ну и вы меня хорошо снимет, поставит свет. Нормально. Я не могу обойти вопросы о личной жизни, и я постараюсь да. максимально деликатно их задавать. Ну, Если я вдруг я... где-то перейду черту, бейте меня по рукам. Я, не, я вам отвечу. Uh, у вас uh, были мужья, очень интересные мужчины, неординарные, безусловно. Uh, вы сказали о сыне Пельняка Борисе Андроникашвили, yeah. отец вашей дочери. Uh, Суждены им благие порывы, но совершить ничего не дано. Так. Одним из ваших мужей был сын Александра Фадеева. Да, Александр он, Фадеев он был не дано очень хороший добрый человек, но вот пошел по линии. Любовь сильная была? Вы знаете, я всегда любила, я не могу вам сказать, я без любви жить не могла. Вот. Да, у меня никогда не было просто так, Тип -тип -тип. никогда я не изменяла, я это не, ну как вот это вот это. Любовь одна, только объекты менялись, как это все. А? Вот. Я скорпион, меня трогать не надо. Я mm -hmm. первой никогда не начинаю. Но если меня тронули. Вот тут, вот тут я. Потом я тихенько ухожу. Тихо. Оставив все, забрав, это ухожу. Вопрос об изменах. Вы сказали, я никогда не изменяла. Нет. Возможно ли красивой актрисе... Не изменять? не изменять. Я не смогу. С режиссером я могу спать, потому что если, как я буду спать, если мне будет объяснять, я буду думать о видео. я никогда. Это не, не с одним режиссером для а этого романа, а. А не с режиссером. Ну, было не как-то с пару артистов было, тройка, может быть. Хороших? Да, очень. Очень хороших, потому что очень хороших, потому что э -э -э одна группа крови. Но это быстро, потому что это невозможно. Это было, да. Какие были романы? Я задам, задам вам вопрос, на который вы всегда отвечали, реагировали крайне нервно. Вы знаете, я много говорил о вас с Иосифом Кобзоном. Вот для вас это прозвучит я снялась. удивительно. Вы знаете, он говорит о вас с благоговением всегда. И он... на этом закончим. Дело в том, что у него нет причин никаких говорить обо мне без благоговения. Никаких. Он говорил о том, что вы удивительно талантливая женщина во всем, за что бы ни брались. Ну, это вы сами знаете. В вышивке. В... Нет, он да. рассказывал. Ну, что тут вы все знаете, что он рассказывал. Ой-ой-ой, во измер. И вы до сих пор с ним не здороваетесь. Боже сохрани. Когда вы расстались с Константином да. Купервейсом, э, у вас. Судя по вашим, опять-таки, воспоминаниям, да. было такое состояние, Жуткая. что вы отправились к Никулину плакаться в жилетку, это так? Нет, не плакаться, сказал, ну, он же знает все, мы снимались, а я, что делать, папа, что будем делать, Гриша? Папа. Папа. Он так долго молчал, потому что он не представлял, что это так внезапно все. Почему я... внезапно? Вы ну, не чувствовали Потому что чего? я работала, как зверь, и не обращал внимания, ну, ладно, ладно, потом, что-то чувствую, не понимаю. Ну настолько мне казалось, что уж тут-то точно жили. Ну, чего что? У него появилась женщина. А там, да, торговая сеть. Ну. Святое дело. Святое дело. Продаем, покупаем. А Люся ничего не умеет. Люся только умеет отдать и купить. А продать я ничего не могу. Себя продаю, никто не покупает. И для вот. вас такой. Великая, красивая и гордая это могу. оказалось. Да. Я передать даже не могу, что это неожиданно, ну это перестройка, поймите. Вообще у меня разрушилась семья, и где-то из-за него, и вообще все. Понимаете, я тот момент, что такое семья? Я никому этого не говорила. Семья ⁇ это ячейка, да, в которой есть своя речь личностное, запах, притертость, понимание полуслова, убью, зарежу за своего, ну, за, понимаете, да? И сдвиг одного означает все. означает сдвиг душ рядом. Крушение. Крушение семьи не может сравниться ни с одной самой архистрашной хирургической операцией с кровью, с разрезанием. Вот это все я пережила. Вот в этой перестройке. Потом перестройку, понимаете, я ее так ждала. Как я ждала, что мы все, мы это, мы это, мы так, и в Белый дом ночами, и, и э, ждали, когда выйдет этот 40 градусов жара, когда выйдет Ельцин. Это, ну, ну сейчас мы все это, и что? Кино распалось, все исчезли. Мы все... И выживай, как хочешь. Как хочешь. И если бы я не научилась в театр выходить, выходить в концерты, репертуар делать другой, находить тембрально совсем то, что не ждут от меня, ну спой земфиру после хорошего настроения. Понимаете, все. Значит, что-то такое. Надо жить. Знаете, помните, как в Фадеевском гениальном разгроме. О, да, ему 23 года. Левинсон посмотрел на свой раздробленный, оставшийся там 18 человек, сколько там живых, и понял, что нужно жить и исполнять свои обязанности. Вот так я живу. Я не знаю, что будет, но депрессии вот такой, что я не снимаю, нет. Вот то сниматься вот там, что стыдно, вот там на себя, вот там посмотреть. Чего я там? Чего я там? Когда хороший актер сейчас уничтожит всю эту муть, понимаете? Он пойдет с глубиной и разденет их, а они сделают смешным его. Вот, вот конфликт сегодняшнего. Я читал Купервейса откровения где-то, он вот. э, поделился ими, и он сказал, что наш брак с Люсей расстался потому, что за все 17 лет она не хотела иметь детей. Кобзон это писал. Что она чего? Знаете что? Они все хотели прославиться. Вот это не надо. Вот это, чтобы ее сфотографировали, чтобы все, ну, мамки родные. Больше нечего делать. Только фотографироваться и, и говорить, что это самое. Она не хотела. Да я их уже не могла идти. Я уже была старая, больная. Цитата из вас. Да-да. По поводу развода. Вы написали, что после развода я ездила по Москве в опяне добитым животным. Да. Что это за поняла, Новый год, что я 18 лет, мы встречали Новый год, я поехала к друзьям, и там, и мне нет места. И я одна приезжаю, у меня собаки. И, я не знаю, я не понимаю. Ну, оно же как приросло. А он-то давно отрастал, а я-то этого не знала. Хорошо сказали. Как? Ну, уже там он прирастал куда-то, там, папа, мама, сразу тип-тип-тип, тип-тип-тип. Люся, это, Люся, мы ее там стим, Люся, звезда, а мы никто, а мы не... Ой, 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 ой. Вот пусть она без нас, вот пусть она без вас, вот пусть она нас оставили все. Одна. А я живу. Перед Какие дворец. слова нашел Никулин? Это ниже пояса, он сказал. Удар не ожидал ниже пояса. Вам стало легче после разговора с ним? Была, был какой-то магнетизм вообще в этом вообще, человеке. Вообще, а, но он, понимаете, как, как где-то как мой папа. другой, потому что в компании когда был Никулин. Очень хороший. Но там был человек. И все сразу маленькие. Он человек. Не думаю... то, что легче. я поняла, что больше никуда не обращусь. А буду вот так вот. Я снималась в это время. Где? Послушай Филини. Оно меня спасло. Гениальный фильм. По 10 страниц, по 15 сижу с собакой, учу. Это, это бах одним куском. Бах одним куском. Я думаю, что многие мужчины, там да, многие, большинство мужчин вас боялись. Не Недосягаемое... ну, пусть боятся, подумаешь, говно всякое. Ну. Как Сергей Сенин вас не побоялся, ваш вот нынешний муж? этот сейчас только стал бояться. А раньше ничего не говорит, я тебя боюсь. Нет. Ну, понимаете, во-первых, он. Вы допускали после развода с Купервейсом, на... что вы еще выйдете замуж? Нет, об этом я, ну, я, это было около двух лет я была одна, простите, я была одна. Вы допускали, что может быть еще замужество? Нет, это не представляло образа даже такого, образа такого, и он моложе меня, но он старше меня выглядит, ну, естественно, вот, нужно доведем все в порядке. Нет, видите, какой он мужчина. Купервейс все-таки такой инфантильно такой человек, понимаете? А, это мужчина, похож на его папу. А папа мой, пять братов свинцом налиты, смертью пахнуть. Так что, понимаете, тут. Как он вас завоевывал? Как завоёвал можно такую женщину страшно. завоевать? Это очень страшно. Я еду в поезде сниматься, это самое. Смотрю, он стоит в поезде, он со мной рядом едет. Я говорю, я не хочу, чтобы вы ехали. Я должна, а что, я вам не сейчас? Любыми способами. Были признания в любви? Он, он не Купервейс, он редко это. Но метко. Но метко. Вы поверили ему? Понимаете, какое дело? Я так долго не верила и вообще так это самое, все, ж, А он не понимал, он чистый человек, и он не понимал, что я в так. Он не представлял, в каком я положении нахожусь. Он такого еще не видел. У него папа, мама, нормальные люди скромная, ну, грубо а тут у меня такое, понимаете, такой, такая развороченная рана. Я никому этого не говорила. Он понимал, что он женится не просто на женщине, не просто на актрисе, а на Людмиле Гурченко? Я думаю, что он понимал, потому что он в институте читал мою книжку. И тогда на него большое впечатление. Продюсер нас стал смотреть все фильмы. И фильм, в котором я... Он был продюсер там. И он, я там случайно, там другие актрисы должны быть. И когда он узнал, что утвердили меня, он говорит, ой, очень хорошо, очень хорошо. Я увидела на съемке какой-то большой дядя, он сейчас похудел, вот, под шутким руководством. Да, большой дядя такой эффектный, такой импозантный, в черном пальто, а я думаю, ну что там вообще такой здоровый, я таких не люблю. Вот и цветы мне преподнес, и как-то так. А у вас не было? Не закрадывались сомнения? Долго провожал меня так всяких. Не закрадывались сомнения. Ну вот еще один появился. Фотографироваться, наверное, хочет. Денег, наверное, хочет. Нет, он не хотел фотографироваться, он всегда отходит, ничего и ему. И зарабатывать это... на вас и так далее, и так далее, вот все, что сопутствует. Нет, у него были деньги, у него не это самое, это потом уже, когда мы то да то нет, то да то нет уже... Нет, он в рестораны меня водил до, 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 до последнего этого самого, а потом тихенько исчез, доставал опять. Нет, нет, нет этого. Он другой, он другой, он очень быстро взбивается и ровно через три минуты отходит это мне непонятно кто как я села он уже отошел что мне его отходы когда я чем отличается любовь к нему от любви к вашему первому мужу там детская такая я бы сказала детская юношеская мечта из американских фильмов Роберт Тейлор Франклин я когда увидела его такой красоты писанный. Красивый мужчина был. Даже сейчас я могу сказать. Вообще, вы спросите в Грузии, вам все скажут. Фамилия, аристократизм. Это бледное, бледное лицо. Такое... Ну, я увидела в столовой, у меня под нос упал. Да вы что? Я на него просто вот так смотрела, вот так. Как на... Не знаю. А это уже чего? Человек прошел огонь, воду и медные трубы. Многие. Я смотрела... И пусть у него под нос падает. Да, я смотрела, что он э, тот человек, который может меня защитить и рыло набить. Цитата из Людмилы Марковны да, Гурченко. Может я что-то не то говорю? Мать я никакая. Актрисе нельзя быть матерью. Все нужно отдавать или профессии, или детям. Подтверждаете? Нет, я знаете, так это написала уже. Я хорошая мать. Потому что я для своего ребенка которая кормила полгода. Совсем в голоде было все. Потому что Борис, ее отец ничего не зарабатывал. Какой-то редактор. Как Мой папа, мама, высылали деньги. Приехали в Балтийское небо, сниматься. Хороший фильм. И я с ребенком. Это, это. Потом родители забрали, связали, тут все перевязали, забрали в Харьков. Я туда, Харьков, Ленинград. Харьков, Ленинград. В три года ее привезли. Потому что у нее уже так начинается. До да дедушки, до да бабушки, у Харькови. Уже пошло. Я думаю, так. Значит, музыка. Один педагог, второй педагог. Ушли. До... До... Нет, не дано. Танец не дано. Коньки не дано. Балет. Не дано. Да что ж такое? Я вам рассказываю. И больше ничего не надо говорить. А, как ангел, хороша? Но ничего я не знаю, что ее интересует. А, жуткая история с этим разделом квартиры, которая обошла всю прессу. А, квартиру я заработала маме. Чтобы мама моя могла. Спокойно жить. Нет, она прекрасно у меня жила, но, грубо говоря, для мамы, чтобы их квартира трехкомнатная, которую я. папа мам переехали в одну комнату. Один сосед умер, заплатил деньги там. Вторая соседка умерла пошла в горком. Дали. Ну, у них трехкомнатная квартира. Мечта. Но они хотели жить. У меня 50 метров, а у них 34. Они хотели. Ладно. Я заработала эти перестройки, эти 32 тысячи. Концерт стоил, я все вам расскажу. Концерт Крова стоил 30, 300, руб... 300 долларов. Концерт 32 тысячи. Сколько я должна была наездить? Я купила квартиру маме. Мама там не была. А там сделали они свой, как называется. Склад. Ну, сидят женщины и там за... берут заказы. Цех. Цех. У него есть свой. Это у зя, зять сделал, да? Там, отсюда все идите. Главный действующий лист, тот, который за стеной. Вот и все. Ну, знаете, и чтобы писать статью, пойти в, в газету и говорить о том, что они живут в трудных условиях, то-то, то-то. А что же вы про квартиру молчите? Мне это, знаете, взорвало сильно. И э, 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 так считали, что лучше надо маме отдать, квартиру. так не надо, раз вы так у вас есть у нее же есть свой этот офис, магазин, все. И она подала в суд. Когда она подала И в суд, я, что вы почувствовали? Я вообще первый для меня суд так страшно. Я это не я не, не знаю даже не. Могу. Я я же с ней говорила перед Машей. Когда вот Купервейс ушел, то все, я одна осталась с собакой. Я говорю, Маша, у меня есть 17 тысяч долларов. Я могу тебе сейчас отдать, чтобы расширили площадь. Или еще должна поездить, это самое, и купить квартиру для Лёли, чтобы вы могли как-то. Маша, мне сейчас очень тяжело. Ты приходи, пожалуйста, так как-то. Там... Больше я не видела. У нас не было ни, ни ссор, ничего, ни, ничего. Когда я лежала в больнице, я умирала. Она пришла. Я думала, наконец-то, то-то, то-то. У меня еще очень было плохо с кровью. А когда кровь стала получше, она уже не приходила, и в день рождения не пришла. Так что, что мы с вами будем говорить? Я видела ее фотографию. Довольно удручающе вообще. Это они так хотят. Потому что я мыла, подмывала, стирала, одевала, нюхала. Это шубы давала которых у меня не было 30 лет, это открывает дверь, шубы лежат. Как вы считаете? Потому что муж считает, что это актриса. А ей не надо так. Ну, живите как хотите. В семью никогда не надо лезть. Тем более он уходил на год. Потом от а, 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 двух детей-то я... Ха -ха 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 -ха". Она не работает. а Как? Если бы, она вам, если бы она к вам пришла повиниться, вы приняли Я поняли, думаю, вы? что она никогда этого не сделает, потому что он есть. А потом я не верю ничему. Да, после этого уже. Ничего, да. Вообще ничему. Это та рана, рубец, который не заживает, поймите. Что всегда я думаю, как, а что, чего. Я столько пережила, я столько. Ну, я, раб... я должна жить. Или. Конечно. Выхода нет. И Сергей Михайлович не понимал этого, да он это понял, у него последние волосы стали, так сказать, подниматься, вверх. У вас был любимый внук Марк, названием по это имени. Это не говорите. Никто не ходит, кроме нас. Ни к дедушке, бабушке, ни к Марику. Что с ним произошло? Не знаю, от меня же они же не давали детей. Ну, они сошлись и больше детей не давали. Они ко мне стремились. Марк мне звонил. Марк. Но он вас любил, я же знаю. Да, Марик ко мне это самое. А они его прокляли за то, что он мне звонил. Не ходят Ну, наверное, так думаю. Наркотики, а, а что же, дорогие мои, а, а вы же почему мне не сказали? Они куда-то в Англию послали. Ну ладно, ну, вы понимаете, это такое, такие вещи, которые я говорю, так сказать, все услышали, потому что... что так это было. Я, всего, я актриса, актриса все сволочи, актриса такие сики. Я все принимаю на себя. Потому я тихо принимаю на себя. Что не пишут желтые, нигде ничего не вступаю. такая такая такая-такая. А то, что, ну, дорогие мои, я уже столько с 20 лет уже это самое. Хотите больше получить зарплату, чтобы это желтезна была? давайте. Вы написали потрясающие, на мой взгляд, книги. Я сужу не просто как книги актрисы, просто потрясающие книги, как читатель сужу. Мне было очень интересно. Там стиль, там характер, там замечательно все сделано. Это потребность души или вы понимали, что вы и в этом талантливы? Нет. Это абсолютно Андрон Гончаловский. Как будучи гениальным продюсером Куда ставить, на кого? Он после моих разговор, разговоров о папе в Сибириане говорил: пиши. Я говорю, ну оккупация же, пиши, я в Югославии сниму или где-то там. Я говорю, ну, папа, там диатематические выражения за каждым словом. Редактор исправит. Когда это самое начала, как папа говорил, Вы сами начали. Да, ручечка, ручечка. Да, я думаю, вот это редактор будет исправлять. Боже, сохрани. Потом я убрала все слова паразиты. Помню, как сейчас, у меня ничего этого нет. Никаких слов паразитов, я их чувствую. И когда папа, ну папа, на, ну, вот такой кладис, я же могу, они, как войну и мир написать их диалоги на любую тему. Потому что знаешь характер действующих лиц. Я вижу во втором плане, на втором. И заметьте, я на втором плане. Просто моя задача была потом как этот организм в актерский превращался с немцами, да. как я следила когда маршрам. все же это мне это актерские вещи за людьми посмотреть. Возможно, что вы напишете книгу еще, в которой опишете уже практически все то, что не описали раньше. Нет, а там нет, я не люблю такие вещи. Вот то, что я вам рассказываю, я не люблю это. Я люблю всегда, чтобы было легко, красиво, с, с юмором. А человек понимал, как она это, как, вот, чтобы как, как же в это время было тяжело. Вот, вот, это интересно. А прямо в прямую, ребята, мне плохо, я меня. это не интересно. В вашем родном городе, Харькове, где наверняка уже не осталось не только людей, которые помнят все это, но и зданий, к сожалению. Ничего нет уже моего. Хотели поставить вам памятник. Потом что-то у них не сложилось, и вы им написали открытое письмо под названием «Прощай, любимый город». Да, это такое... Что да... за история произошла с Харьком? Да Харьковым? история элементарная. У меня был, был этот самый юбилей, и из Харькова приехали там бывший мэр, который при нем я почетный член города Харькова, как это, почетный гражданин, вот, чем я очень горжусь. У меня есть орден труда, много всего, но Орден трудового знамени, и вот это мне два, два горжения моих таких, понимаете. Гордости, горжение лучше. да И вот он, э, был еще несколько человек. И они видели, знаете, как бывает, когда воочию, видишь, какие хорошие люди ко мне относятся. Ну, там-то, далеко в Харькове, а здесь. Вот они. Вот они. И они решили сделать сюрприз. Но тогда же еще Украина не. не вот это вот не баламутилось так скажем волнения был. не было вот и видно они сюрпризы, все такое я говорю боже сохрани я не хочу а потом такая вещь произошла где я дрогнула мне сказали что вы не хотите мы хотим в парке Горького сделать аллею наши харьковчане а парк Горького это папина мамина Работа, я туда, эти баян, люди, это моя, ну, все, все. я думаю, ну и пусть я там буду, Бернес, Шульжен, ну ничего себе там. И потом пошло, видно, сменилось что-то, это, это, и уже пошло, там начальник чего-то, как называется, гор, гор чего-то говорит, мы при жизни не ставим, у нас только дважды герои соцтруда. Боже мой, а зачем же вы меня? Да не надо меня. Там, а мы, э, директор оперного театра никогда не будет там стоять около оперного театра. А если на Клочковской там будут бандиты какие-нибудь, будут что-то делать. То есть, за... То есть уничтожили саму эту, как называется... Ну, не идею знаю, эту хорошую. Идею, не знаю. А я понимала, что, может быть, даже я и стою этого, потому что я... Описала Харьков так, что мне пачки писем людей, которые специально едут в Харьков, ну, такие любители книги, снимают мой дом, у меня есть дом старый, где он сносится, и здесь около синагоги, где дом мой, где сносится, он все мне по этапам показывали, и что теперь, понимаете, нет? Я его так, в общем, прославила, как-то город, что я думаю, ну, ничего, пусть там в буду. А когда так пошло, да не надо. Шум мне, шум это самое. Ордена на подушечках. Прощай, любимый город. Прощай, любимый город. Он мне стоял, я проезжаю, я смотрю, я это, у меня там душа, все. У меня что вы? Я булыжную знаю все это, вот, когда я наизусть. в школу наизусть. Родина, оно мое, вот это вот это мое, вот это вот. Все мое. И без пафоса. Ну, конечно, а чего там? Что там? Людмила Марковна, да. вы сказали о письмах. Вам в советское время я представляю, какие мешки приносили на. ночь 300 писем в день. Ой, кошмар. Что за письмо пришло к вам из лагеря после фильма «Вокзал для двоих? Ой. Ну, такое хорошее письмо. Товарищ Гурченко, живу я. Это самое, сижу, я в не очень отдаленных. Там нам принесли. Зашел в библиотеку. А, и там, значит, портретик ваш в красном. Я посмотрел. Это открыточки, помните, были 1976 76 -го года да, в красном. Нет, красное платье, я знаю это. Да? На шейке фуфло, а в ушках что-то такое. Поверьте, я в этом разбираюсь. За что свое и получил. Вот. А тут нас через несколько дней привезли в вокзал. Ну, думаю, пойду посмотрю. Спрятал под подушечку этот журнальчик. Знаете? два сеанса смотрел и подумал, кровью, кровью вы зарабатываете хлеб. Да, первым сказал, выйду, и первое, кого очищу, это вас. Когда он когда посмотрел вокзал, журнальчик спрятал. А теперь я хочу вам сказать, кровью зарабатывать, Живите спокойно. И всем своим наказал, чтобы порог вашего дома не переступали. Ленит уважающий ваш Леонид, вас Леонид. Леня. Леня, Зря сюда приехала. Ничего у нас с тобой не получится. Почему? Опять неравенство. Ты у нас кто? Официантка. Официантка. А я всего-навсего шнырь. Вспомнили вы свой орден Трудового Красного Знамени. Удивительно было, видимо, уже настолько талант был яркий, что вы не член партии, не активист. Я все, это... Получили все, что вы возможно. Вы знаете, я получил заслуженную. Кроме Ленинской премии. З заслуженную, это невозможно было. Да. Заслуженную в Купе. Народная РСФР в купе нельзя не дать. А вот СССР я не заполняла ничего. Это вокзал посмотрел Андропов. И подписал Андропов без... Андропов лично? Да, лично. И я должна вам сказать, что э, первое получила перед Кобзоном и перед Рязаном. Вы сказали о себе э, однажды, что вы пессимист. Вы до сих пор пессимист? Я пессимист, уже... пессимист. Хорошо информированный оптимист. Да, пессимист. И я люблю моменты, когда у меня пессимизм, потому что когда наступает тупой непонятный оптимизм, который это оборачивается, оборачивает, настораживает, раньше не настораживает, настораживает. и оборачивается какой-нибудь гадостью, думаю, как хорошо, когда я ни во что не... Ни... Чего ты прыгаешь? Вон туда иди, сюда и тихенько, и ничего не будет, ничего не получится, ничего не умеешь. Старая больная, вот это тебе... Что? да? Что? а И пошла. Вы смотрите э, фильмы старые со своим участием? Нет. Тоже «Карнавальную ночь»? Никогда. Почему? Не Не люблю. Мне неприятно. Не, я вам говорю, люблю так кусочки, когда я не понимаю. «Любовь и голуби» там что-то есть. Ух, есть, конечно. Там есть что то, что-то, я не, не это самое, не понимаю. ну там очень хороший, хорошо, очень работал Меньшов, замечательно. Вы всю жизнь были одержимы профессией. Я думаю, что профессия для вас это главное. Да. Чем пришлось заплатить за успех? Вот за успех, в результате. В результате здоровьем здоровье, все, все, что я имею по здоровью, это кино. Это сломанная нога, это пять операций, значит, желчная печень, это все как? Так, это операция двойной гайморит, зимние сцены. Это больные руки, которые начинали, начинались в детстве. Мороженое тут работали, всегда холодно. Это что вы? Это все, что я имею. Я имею от кино. Это желудок, мы все, это как они там? Гастриты, язвы. Гастриты это все, когда. Это же невозможно. Это если, извините меня, тут платье такое, а уборную надо бежать через это, аж на четвертый этаж, куда. И никто не ходит в уборную. Это что, хорошо? Это наши условия такие. Сейчас... Об этом бы звездам Голливуда рассказать. Да, они если по нашим. мне говорят: ой! Вы и Марлен Дитрих, я думаю, наши условия, Марлен, так она бы… Загнулась бы. Да, она… Там хотели книжку же мою издать. Бивен Ли, Марлен и моя. Ну, так сказать, Франция, э, ну, как говорится, Германия, да, ага, и я. Я не разрешила. Потому что что это? Она, она щупает туфли, как они гнутся, а я их вообще не понимаю. Что это? Зачем мне быть в таком несчастье? Она поет в одной В одной тональности, в фа миноре Все. Она же приезжала сюда. Это все блестит, Heaven, I'm in heaven. I speak. Мамки родные. Но она сумела себя сделать в фотографиях, в женском этом самом, все, она тот мозги там И образ остался. Все, остался образ. А мы ничего не можем. Потому что у нас нет возможности такой. Замуж я не могу выйти за миллионера, если вышла, сразу умерла. На его миллионах. Да можно сохрани. Сиди дома. Куда дома? Это impossible. Impossible. Я в заключении не могу не попросить вас прочитать что-нибудь, может, даже на украинском языке, если вы помните. Как же мне не помню. А, хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плечу? То глянь, подивися, а я полечу. Далеко-далеко за сіні хмари. Немає там бога, немає там кари, там сміху людського і плачу, не чуть онь глянь, у тім раї. Що ти покидаєш? Латану свитину згаліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим обуть княжак недорослих, а он не під тином опухла дитина, голодне бре, а мати пшеницю на панщини жне. На панщині жне. Ну і совсем напоследок Ви не устали від превосходних епітетів за всю свою жизнь? Знаете, я э, Паскаль Паскаль носил, знаете, такой пояс шипами внутрь, и когда его начинали хвалить, он так делал пояс, спокойно, тихо, 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 не надо меня хвалить, я хороший, я нормальный человек, я вам рассказала откровенно все это вспыльчивая, раздражена. Дураков ненавижу. Ненавижу, кто быстро не соображает. Ненавижу, который без юмора коллеги. Ну, можно меня за это не любить? Можно. Я разрешаю. Я вас люблю, вы великая. Спасибо большое. Не говорите великая, мы все нормальные. Спасибо вам большое. Желаю вам всего самого прекрасного. Украина моя, чистих вылила ни в променисти места голубей легко крыла. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях була гордість України, народна артистка Радянського Союзу Людмила Гурченко.